Актуальные проблемы Кибастуза обсудили депутаты областного и городского маслихатов на встрече в образовательно-досуговом комплексе «Кайнар». Была затронута тема ремонта бассейна для школьников при комплексе. Цель и задача нашей сегодняшней встречи. Но важно иметь взаимодействие между городским и областным маслихатом. Свою работу я начал как председатель с того, что мы сами приедем, мы объедем всю область, соберем от вас все проблемные вопросы, но как в частности, как сейчас само по себе прилетел вопрос с бассейном, да, Кайнара, хорошо, что вы выбрали место проведения здесь. Первое поручение отсюда уже нам на уровне области передали, это ремонт бассейна, который 3 года без ремонта находится, да, я так понимаю, он уже и не работает 3 года. Если это бассейн, уже понятно, что там все эти годы влаги, как правило, стены сведут, потом уже в аварийное встанет на 5-й год, плюс, если разработано ПСД, срок выйдет, правильно, да? Да. То есть вот такие горячие, ну, по-простому, проекты, да, которые много требуют, мы должны о них знать. Также депутаты сообщили о состоянии автодорог в сельской зоне Кибастуза. Вопрос взят на контроль. Не менее актуальная тема – счета за отопление. То, что касается юридических лиц, вот сегодня поднимали, коллеги, тоже хороший вопрос. Просто у нас есть группа ИП, я в ней сижу, в МСБ. Те же маленькие магазинчики, да, вот, тот же малый, средний бизнес, они все этот вопрос поднимают. Почему для физических лиц сегодня есть вот эта компенсация, по факту не плачут? Почему мы поплачем по полной? В чем разница? И вот не могут это, понимаете, они уже не верят в то, что возможно решить этот вопрос. Я понимаю, там иски и так далее, это все понятно. Мы уже прекрасно знаете, сколько исков и судебных тяжб времени. Все вопросы приняты и взяты на контроль.